маки расцвели в полях Анапы. Продолжаю вам показывать разницу, кубанское преимущество по сравнению с другими регионами насчет природных факторов. Вот озимая пшеница. Колос набирает силу. Ну, еще только набирает. Даже нельзя сказать, что молочно-восковая спелость. Нет еще. Только стадия еще идет. Ну что, выше колена пшеница. Понятно. В то время, когда в Сибири только сев идет. Здесь обмолот начинается примерно 25 июня. Ну, может быть, и 1 июля, конечно, как погода пойдет. Ну, я не мастер, я вам не подскажу, когда будет. Ходить по пшенице не рекомендуется, потому что ее обработали два раза, тракторами опрыскали. Вот там вот следы даже видно. Собственно говоря, я бы вам не рекомендовал ходить и по полям кукурузы, потому что они тоже обрабатывают от всяких разных паразитов. Ну, не знаю, может быть, кому-нибудь пригодится это видео. В принципе, с 1967 года наша страна стала городской, больше половины населения стало жить в городах. Соответственно, люди, которым 50 лет, больше половины их родилось уже в городских условиях. Ну, для кого-то, может быть, это скажет. Поедете на дачу, посмотрите на поля своей пшеницы и почувствуйте разницу.